Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами разберем одно упражнение, которое называется «Командо» или «Переход из нижней планки в верхнюю планку». Ну или из верхней планки в нижнюю планку. Это как кому больше нравится. Переодевайтесь в спортивную форму, берите тетрадки и записывайте. Поехали! Итак, прежде всего нам нужно принять правильное исходное положение. Ладони расположите четко под вашими плечами. Обычно люди делают такую ошибку. У них кисти стоят перед плечом, впереди. А нужно, чтобы они стояли на одной вертикальной линии. Плечо и четко под ним ладонь. И то же самое на второй руке. Четко под плечом располагается ладонь. Затем отстройте прямую линию. Вот здесь ваш корпус и бедро. Если вы будете использовать простую опцию, вы находитесь в таком положении. Если сложную, тогда вы поднимаете колени. Ягодицы напряжены, пресс напряжен, вы полностью сфокусированы, сконцентрированы и толкаетесь ладонями от пола. Далее вам нужно перейти со вдохом на предплечье. Обратите внимание, что я не увожу руки вперед, а наоборот немножко корпус подаю вперед, чтобы усилить нагрузку на пресс. Далее, когда я поднимаюсь, нам нужно поставить ладонь под плечо. Обычно люди пытаются вот так сделать. Это неправильно. Ладонь поставьте под плечо, толкнитесь вверх и поставьте вторую ладонь. Снова вниз, наверх, вниз, вдох, наверх, выдох. Если очень тяжело и вы новичок, опустите колени на пол. Удерживайте прямую линию корпус и бедра и продолжайте работать. Выдох на подъем и вдох при движении вниз. Фокусируйтесь на движениях, когда вы делаете подъем, для того, чтобы не терять концентрацию, для того, чтобы не шататься и для того, чтобы это не выглядело вот так. Так очень тяжело работать. Ну и естественно, когда вы работаете на ногах, без опоры на колени, пресс также напряжен. И работаете как с одной руки, так и с другой. Вниз вдох, наверх выдох. Ну вот так. Надеюсь, видео было полезным. Благодарю вас за просмотр. Все мои ресурсы, тренировки, кемпы, фитнес-туры, вся информация по обучению тренеров под этим видео. Спасибо вам и до новых встреч в следующих выпусках. Пока!